В республике тестируют качество бензина. Пробы берут на заправках и нефтебазах. На сегодня из того, что проверили, 6% не соответствует ГОСТу. Слишком много серы. Однако владельцы это скрывают и продают товар низкого качества как премиум. Зачастую евро-3 выдают за евро-5. Поэтому инспекторы советуют требовать паспорта качества, чтобы потом компенсировать расходы и чувствовать увереннее на суде, если дело дойдет до него. Двигатель изнашивается быстрее, и тем более, если они заявляют, что сера 10 при реализации, а фактически она там 50 и выше, несмотря на то, что по техрегламенту допустимо, по бензинам до 150, по дизельному топливу до 350, но они, получается, обманывают при реализации, они же реализуют это топливо и по цене, соответственно, такой выше, указывая в нем серу ниже, правильно?